Так, обзор мы с вами сходили в Гудок сегодня. Вот то, что мы купили в Гудке с ребенком. Ну, муж в основном где-то гулял, где-то он не ходил, в основном с ребенком мы ходили, но это было очень весело. Жаль, что я его не засняла. Купили, значит, в Галамарте мы вот такие по 20 рублей вафельки. Не знаю, что-то мне захотелось. Ой, господи, как ее? Аскорбиновая кислота 11 рублей, когда-то она была 5 рублей стоила. Ну, 11 рублей за такую пачку, это очень дешево, нигде не найдешь. Я много аптек обходила, у нас вот самая дешевая, это 20 рублей, и то со вкусом апельсина, она какая-то вообще невкусная. А это вот чисто аскорбинка, я взяла 10 штук, одну я уже открыла. Попробовала, мне прям понравилось, очень детство напоминает. Вот. Также купили гематогенки вот такие вот. Это мы с ребенком уже вдвоем скушали. Они очень приторно сладкие, они очень приторно сладкие, просто невозможно. И довольно жестковатые. То есть вот он, бегемотик Бонди, то есть это детское, да, но оно очень приторно сладкое. То есть, ну, вообще мы с трудом их доели. Может быть, конечно, там, наверное, надо давать чуть-чуть совсем, но мы их просто съели как батончики. Вот, потом вот такие купили гематогенки. Они, по-моему, да, они тоже жестковатые. И купили слаймы. Дима себе взял с динозавриком. Там внутри он динозаврик. Он около 80 что ли, рублей стоил, не помню. А я себе взяла с авокадушкой. Ну, не знаю, прям вот захотела. Я вообще хотела взять вот эту с Димой на двоих, но он не захотел с авокадо. А мне вот прям вот надо. Вот понадобилось. Вот. Тоже попробуем с Димой. Ну, где-то 80 или даже, может, поменьше. Наверное, подешевле были, потому что мы были одни по 80, а другие дешевле. Так, и сейчас я покажу, что мы купили фамилии. Так, фамилия. Смотрите, что мы купили. А, купила я маски. 70 рублей. То есть у нее большая скидка. Вчера, кстати, я видела в Альбрисе. Она стоила 150 рублей. Вот, я еще подумала, блин, по-моему, я купила дешевле. Всего 70 рублей, посмотрите. Сейчас, честно говоря, пожалела, что не взяла побольше. Но надо попробовать, мало ли, вдруг там какая-нибудь аллергия, да. Здесь по 49 рублей синенькая, желтая 49 и розовая 49. Ну, тут вот с бананчиком, по-моему, здесь, наверное, что-то там делает кожу мягкой, увлажняет и питает. А тут вообще на английском написано, даже не переведено. Здесь то же самое. Увлажняет, защищает. Голубенькая. А, и тут везде написано, типа, смотри, не съешь. Вот, ну, они какие-то такие, всего 50 рублей, представляете, за маску всего 50 рублей. Это дешево, это реально дешево. То есть, ну, в основном они стоят от 100 рублей и выше. 100, 150, 200 и так далее, да. То есть, это очень дешево. Не знаю, хочу сказать с фамилией еще раз и накупить их побольше. Ну, попробуем с вами, потестируем ее, чтобы не получилась какая-нибудь аллергия. А то получится и накупишь целую кучу, да. Ну, каждый день вот так вот масочку накладывать, чтобы молодо выглядеть, да. Потому что, честно говоря, я лентяйка. Вот, очень сильно лентяйка, очень сильно устаю. И, наверное, маска это проще. Так, также купили какую-то такую фигню. Не знаю, это я ее увидела. Стоила она всего лишь 45 рублей. Но мне кажется, наверное, тут разные просто орешечки такие вот. В принципе, тут нарисованы. Не знаю, откроем вместе с вами, посмотрим, попробуем. Так, также купили. Ребенок захотел, увидел маршмелло сыром. Сыробатом ваниль, а я думала, что это клубника. Вот, она стоила всего лишь 80, ну, 90 рублей. Всего 90 рублей, почему бы не взять? Взяли каждому свою. Здесь у нас, всего 100 грамм. Ну, кстати, на вид кажется, что она больше. Ну, грамм 150, где-то 200, кажется, всего 100 грамм. Здесь, кстати, побольше, как будто, чем здесь. И плюс я еще, наконец-то, мечта моя сбылась. Я давно мечтала о такой вот штукенции. Для салатов, чтобы вот она молотила. Ну, вот я не знаю, только она открывается потом. Можно открыть, допустим, засыпать свои специи. Вот. Но она всего лишь там стоила 89 рублей. Это самая дешевая я взяла. Вот. Даже стояла уже на кассе, оплачивала. Они там лежали, даже уже не было времени просто посмотреть, какие там приправы. Просто на вид посмотрела, симпатичное все. Думаю, ну ладно, пускай моя мечта сбудется уже наконец. Да? Вот. Ну, мне много таких не надо, а вот одну штучку, которая будет принимала, тем более за каких-то там 90 рублей, даже 89 рублей, почему бы и нет. Вот, может быть, конечно, она лежит давно, но я думаю, что она очень ароматная, пахнет. Надеюсь, такая хорошенькая штучка. И у нас обзор из
магазина «Лента». Ну, я там не особо много взяла. В принципе, по-моему, это вот все, что я взяла. Нам не надо было ничего. А взяла я желе. Мы с ребенком в последнее время почему-то подсели прямо на желе. Когда этот вот карантин опять там собирался начинаться, опять там скупка продуктов, повышение цен, и почему-то вот мне очень сильно захотелось вот что-то такое порошковое. И мы очень прям с ребенком начали покупать желе вот такие, кисели вот такие, вот которые просто залил в стакан, да, попил и все, как бы целую кастрюлю делать, его потом пить никто не будет, я просто своих знаю. И потом просто по итогу он протухнет, и его выльешь, а это очень удобно. Вот, и в «Ленте» были, вот этот был дешево, ну, не знаю, мне кажется, он, наверное, не очень будет вкусный, потому что обычно дешевые они не очень вкусные. Вот, и нашли желе с апельсином, оно стоило рублей 20-25, то есть точно такие же мы покупаем в «Ленте», ой, господи, в «Перекрестке» сейчас покажу. Вот он такой же в «Перекрестке», продается 50 рублей, а здесь стоит рублей 20-25, гораздо дешевле. Я думаю, блин, почему мы переплачиваем? Оказывается, есть дешевле, я не знала. Я думала, этих уже брендов нету. Здесь 45 грамм. И здесь у нас 50 грамм. Масса. Да, здесь 50 грамм, представляете? А здесь 45. Даже тут побольше на 5 грамм. Надо попробовать его, если понравится. В следующий раз пойдем мы в «Ленту» и купим побольше. Ну и взяла вот такую глазурь. Кстати, такая глазурь очень вкусная с печеньями. Печенье песочное делали мы на Пасху зайцы. Там только не оранжевый, а голубой красила. Очень прям, вот на печенье очень вкусно. Мне очень понравилось. Я пожалела, что я не взяла еще побольше. Очень вкусно прям. Вот можно наделать печенье, глазурью помазала. И оно прям вообще обалденно просто. Вот, вот такие у нас были с вами покупки. Такая была у нас с вами прогулка вместе с ребенком. Надеюсь, что вам прогулка очень понравилась. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И вашему дому мира и добра. С вами был канал Артмания. Всем пока-пока.